песни о родине Виш-Короле. Сегодня в столице Мариэл стартовал международный фестиваль-конкурс национальной патриотической песни «Красная гвоздика». Напомню, легендарный конкурс «Красная гвоздика» возродился после многолетнего перерыва при поддержке президента России Владимира Путина и инициативе Фонда развития музыкальной культуры и искусства «Музфонд». Фестиваль начинается региональными этапами в 9 федеральных округах России. Музыканты и исполнители из Приволжья выступят на этот раз в Виш-Короле. Главной целью конкурса является открытие для зрителей новых талантов. Когда я приезжаю и вижу, какое огромное количество ребят с удовольствием принимает участие в этих конкурсах и фестивалях, душа моя наполняется оптимизмом, и я вижу, что у нашей страны есть будущее, потому что есть растут дети, которым интересно очень многое, в том числе и искусство. И это очень приятно. В этом году в программу фестиваля включены творческие встречи выдающихся российских композиторов с учащимися детских школ искусств, возложение цветов к вечному огню, гала-концерт лауреатов и гостей «Красной гвоздики». Отмечу, фестиваль соберет более 300 участников из всех регионов Приволжского федерального округа. Со сцены будут звучать песни, составляющие гордость Отечественного музыкального фонда. Финалисты регионального этапа примут участие в заключительном гала-концерте в Москве, который пройдет в колонном зале Дома Союзов 28 февраля.